Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о штрафах за парковку на газонах. В случае оплаты в течение 20 дней сумма штрафа будет уменьшаться вдвое. Поправки принимаются до 7 сентября. В Удмуртии вновь ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 1 августа этого года. В лесах запрещается разводить костры. За этим будет следить государственная противопожарная служба. В парламенте Удмуртии проголосовали за роспуск двух советов депутатов. С данной инициативой выступил глава региона Александр Бричалов. Речь идет о муниципальных образованиях Камбарская и Чернушинская. Более 50 жилых домов Ижевска останутся без горячей воды. Речь идет о домах на улицах Бумашевская, Дзержинского и 10 лет Октября. Воды здесь не будет до 9 июля. Министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова рассказала о ситуации в хоккейном клубе «Ишталь». По ее словам, сейчас решается вопрос о недопущении банкротства команды и погашении долгов.